Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова, и мы говорим коротко о важном. И сегодня у нас в гостях руководитель управления государственного строительного и жилищного надзора республики, главный государственный жилищный инспектор Якутии Наталья Чусовская. Наталья Гаврильевна, здравствуйте. Добрый день. Наталья Гаврильевна, ну и хотелось бы в первую очередь поговорить о способах самоуправления у нас в республике в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас много говорят о ТСЖ, управляющих компаниях. Расскажите, как у нас обстоят дела с этим? Ну, на сегодня жилищным кодексом определены три способа управления. Это управление управляющих компаний, это непосредственный способ управления и товарищество собственников жилья. У нас в республике, например, если взять цифры, то всего домов где-то порядка 13 с лишним тысяч многоквартирных домов. Из них 44% находится под управлением управляющих компаний, да? 56% домах реализован способ управления как непосредственный, и только в 2% реализован такой способ управления как товарищество собственников жилья. Маленький процент. Но многие у нас, к сожалению, не понимают, может быть, недопонимают, что же такое ТСЖ, что такое управляющая компания, какие права и обязанности у тех и других, для чего нужны эти ТСЖ. Скажите. Конечно, у каждого способа, да, перечисленных, есть свои плюсы и минусы. Если собственники не имеют таких степени образования, правовой грамотности, да, возможностей, то они, конечно, выбирают способ управления управляющей компанией, поскольку доверяют профессиональному участнику жилищных отношений управление своего дома. Но это должно основываться на решении общего собрания. А что касается товарища собственников, это тоже решение принимается на общем собрании и как раз реализуется самоуправление. Собственники сами выбирают и правление, председатели ТСЖ, сами определяют объем расходов, необходимых на содержание общего имущества, необходимый объем платежей, взносов, и, соответственно, сами за всем контролируют. То есть они сами несут ответственность за содержание своего дома. В этом разница. Но в том и другом случае, например, при управлении многоквартирным домом, поскольку собственники заключают договор управления, а по договору есть и права, и обязанности, соответственно, да, если управляющая компания не выполняет своих обязанностей, то, соответственно, есть и ответственность у них. Но в свое время, в свою очередь, собственники тоже должны исполнять свои обязанности. Правильно. А вот эти 2%, в которые вовлечены в ТСЖ, как они себя показали? Вот какие-то примеры, то есть. Ну, если взять город Якутск, то есть такой дом у нас, Аюнского 25. Ранее в этом доме был реализован способ управления управляющей компанией, но нашелся один инициативный человек, при этом он не обладает таким образованием, как юрист, как инженер, да? Она педагог по образованию. Она сумела организовать своих собственников, сумела провести общее собрание, сменить способ управления на ТСЖ. И на сегодняшний день, если сравнить то состояние дома и сегодняшнее, то это разница очень большая. Во-первых, в доме проведено видеонаблюдение, благоустроен двор. Даже на участке небольшой магазинчик расположен, в котором собственники дома могут, далеко не уходя, прикупить продукты. То есть они сами тоже могут. То есть и довольны собственники, во-первых. И все это благодаря именно такой активной жизненной позиции одного человека. А с чем, как вы думаете, с чем связан вот этот низкий процент? То есть люди боятся или не доверяют этим самым активистам? Ну, это, вы знаете, вина в нас самих. Поскольку мы должны в себе воспитать чувство хозяина. Хозяина не только вот нашего жилого помещения, квартиры, да, а чувство хозяина общего имущества. А общее имущество – это у нас конструктивный элемент, это кровля, чердак, это придомовой участок, это подъезд. Мы должны понимать, что это наше, мы несем ответственность. Если, например, есть собственник частного дома, который вкладывается, да, в свой частный дом, модернизирует, применяет какие-то энергоэффективные технологии, чтобы меньше платить за коммунальные услуги, например, да, но такое же отношение должно быть у собственников многоквартирных домов. Вот, например, если взять ситуацию, что на сегодняшний день собственник может иметь квартиры в разных, да, домах.
при этом он живет в одном. И одну квартиру сдает. Но он же должен нести ответственность даже за общее имущество того дома, в котором он сдает в аренду. Конечно, его право сдавать в аренду, но он должен нести ответственность как собственник за состояние общего имущества. Угу. А существует ли какой-то механизм государственной поддержки товариществ таких? Ну, товарищество – это сообщество граждан в любом случае, да. На сегодняшний день есть программы различные на федеральном уровне, на региональном, даже на уровне города Якутска. Если на федеральном уровне, то можно говорить о программе благоустройства дворовых территорий. Вы можете на общем собрании принять решение, определить, что необходимо обустроить ваш двор. Вы должны сделать проект и подать заявку. И, пожалуйста, вам будет оказана государственная поддержка. На уровне города Якутска я знаю, что есть, выдаются гранты, гражданская инициатива. Любой гражданин может участвовать, пожалуйста, но только надо это решить общим собранием, да, если это касается благоустройства дворовой территории, дома. Но вы должны это принять на общем собрании решение. Скажите, а вот... Как известно, вот ТСЖ вправе заниматься хозяйственной деятельностью. Кроме благоустройства дворовой территории и так далее, что еще входит в это понятие? Ну, общее имущество, во-первых, давайте, что такое? Это у нас и фасады, так? Это и дворовая территория. Соответственно, собственники, они имеют право распоряжаться, сдавать в аренду, например, пожалуйста, кто мешает на стене вашего дома разместить рекламу? Желающих, наверное, найдется, но надо заключить правильно договор, а договор надо, значит, заключить только на основании общего решения. Так, пожалуйста, земельный участок в вашем распоряжении, вы имеете право поставить, сдать в аренду, например, предпринимателю, под магазин, под парикмахерскую. Это ваше право. И при этом, значит, прибыль, конечно, вы должны распределять на содержание общего имущества и принимать общим решением собственников. Ну, вот если, допустим, с ТСЖ все понятно, значит, ну, это когда все хорошо, когда все активисты, все замечательно, значит, в том случае, когда все не очень гладко, да, люди уже, ну, то есть нет инициативных, люди стараются передать эти полномочия управляющей компании. И тут наступает момент, это хорошо, когда есть управляющая компания, которая справляется со своими обязанностями в полной мере и достойно. Но, к сожалению, есть такие управляющие компании, которые либо в силу каких-то обстоятельств, не знаю, может быть, технических, может быть, просто нерадивое отношение к своим обязанностям, они не справляются. Что делать в этом случае? Куда бежать? В этом случае, конечно, в первую очередь, конечно, поскольку у вас заключен договор управления между вами и управляющей компанией, вы должны, во-первых, спросить по договору управления, написать заявку. Вы обязаны о какой-то проблеме сообщить управляющей компанию. Если она бездействует, то, естественно, вы обращаетесь к наш орган, орган государственного жилищного надзора. И мы примем меры в пределах своей компетенции. На сегодняшний день штрафы до управляющих компаний очень высокие, до 300 тысяч рублей. Те предписания, которые мы выдаем, на сегодняшний день исполнение выше 86%. То есть управляющие компании, понимая, что ждет высокий штраф за неисполнение предписания, они стараются все исполнить. А как известно, сейчас есть возможность заменить, да, управляющую компанию с общим собранием жильцов. Такой вопрос, как определить эту управляющую компанию и не ошибиться? Может быть, есть какие-то советы, будут какие-то советы с вашей стороны, да, чтобы не получилось так же, как и с предыдущей управляющей компанией? Да, ну, конечно, в первую очередь собственникам надо, конечно, обратить внимание, что Министерство ЖКХ проводит рейтинг управляющих компаний. Город Якутск онлайн, да, на городском портале тоже проводит рейтинг управляющих компаний. Помимо этого, вы можете у своих знакомых, родственников поинтересоваться, как у них обстоят дела в тех домах, да, где другие управляющие компании, справляются ли они своими обязанностями. И вот так потом сделать общий вывод. Ну, то есть, в принципе, можно говорить о том, что все обязанности и все заботы возлагаются на конкретно собственников, правильно? То есть никакой базы нет, да, допустим? Или, может быть,
ну вот мне как жильцу, допустим, казалось бы, может быть, какие-то грантовые системы для управляющих компаний сделать, чтобы они хотели работать? А, ну, что-то в этом роде не предполагается? Ну, поскольку я контрольно-надзорный орган представляю, да, у нас полномочия ограничены. Так? И, соответственно, эти вопросы решаются на уровне Министерства ЖКХ, на уровнях муниципальных образований, поскольку они должны создавать условия для развития управления многоквартирными домами, поддерживать, значит, конкуренцию в этой сфере. Угу. Вот. А с лицензиями не все же, кому вздумается, могут заниматься этой деятельностью, да? Да? А с лицензиями как обстоят дела? Да, действительно, у нас лицензирование было введено в 2015 году. Минимальные требования установлены жилищным кодексом. На сегодня у нас в республике порядка 230 лицензий выдано, но из них только 146 управляющих компаний имеют дома в управлении. Это говорит о том, что вот много управляющих компаний создаются для чего, неизвестно, да? Угу. Для запаса при случае банкротства. В этом, для регулирования данного вопроса на сегодняшний день в Госдуме находятся поправки в жилищный кодекс, который говорит о том, что те управляющие компании, которые получили лицензию в течение 6 месяцев, не получили дома в управлении, они будут, у них будет автоматически аннулироваться лицензия. Также касается тех управляющих компаний, которые находятся на стадии банкротства, тут уже тоже автоматическое аннулирование лицензии будет происходить. Угу. Кроме того, ну, помимо этого, еще встречаются требования в части повышения штрафов для управляющих компаний. Великие штрафы там, может быть, вы знаете, 300-200 тысяч – это очень высокий на сегодняшний день. Угу. Скажите, а чаще всего на что жалуются вот в работе управляющей компании? На что именно жалуются? То есть просто на бездействие или какие-то как-то нужно указывать? Ну, конечно, в первую очередь большой процент жалоб касаются содержания общего имущества. Это не вывоз мусора, это, значит, не уборка в подъездах и так далее, да, не подготовка к осенне-зимнему периоду. Второй процент по жалобам занимают обращения по правильности начисления за жилищно-коммунальные услуги. Вот. Угу. Ну, теперь мы точно знаем, куда бежать и что делать с нерадивыми компаниями. Будет время, мы поговорим, конечно же, и о хороших управляющих компаниях, которые достойно выполняют свою работу. Наталья Гаврилина, я вас благодарю за беседу. И нашим зрителям, я напоминаю, у нас в гостях была руководитель управления Государственного строительного жилищного надзора республики Наталья Чусовская. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий. Всего доброго.